Кудо, бокс, тяжелая атлетика и танцы. Настоящий праздник для учащихся 66-й школы устроили ярославские спортсмены. В рамках фестиваля «Я спортсмен» они провели для школьников показательные выступления и мастер-классы своего вида спорта. Попробовать себя в качестве атлета, примерить профессиональную экипировку и просто поговорить со спортсменом сегодня мог любой желающий. Таким образом, организаторы намерены привлечь детей к занятию спортом. Мы делаем небольшие показательные выступления, как мастер, и потом мастер-классы уже непосредственно с чемпионами. Как-то так. Пытаемся привлечь детишек к спорту. Интерес есть. Детям очень нравится. Они все это трогают вживую. Экипировка, медали, живые спортсмены. Люди звонят, люди приходят.